ты красиво. Это омлет на кокосовом молоке. Шикарно. Сегодня, получается, второй выходной полноценный. И едем куда-нибудь гулять. Куда? А, мы решили, кстати, куда. Сейчас покажем. Куда? И у нас сегодня второй летний день. Мы сегодня в шортиках. Да. Впервые этим за это лето в шортах. Значит, ест мой мальчик, я говорю, мне кажется, у тебя слишком вкусно. Пока нет. А он мне что говорит? Что если бы было чуть менее вкусно, то я даже поделился бы с тобой. Ага, понятно. Давай, иди сюда.